Здравствуйте. Мы военнослужащие ЗСУ. На данный момент находимся в плену Российской Федерации. И очень печально осознавать то, что уже больше месяца мы здесь, нами никто не занимается. Почему-то все озадачены только полком Азов. Почему-то никто не просит всех президентов Европы, Папу Римского, Илона Маска, посодействовать в нашем обмене. У нас также есть семьи, есть дети, которые в нас очень сильно нуждаются. Владимир Александрович, вы обязаны принять меры по нашему скорейшему обмену, возвращению домой к нашим семьям. Когда у нас нужда была, мы честно исполняли свой долг, стояли живым щитом. Почему сейчас мы просто забыты, никому не нужны?